Всем привет, с вами Time Games. Продолжаем проходить Silent Hill 2. Так, тут три выемки под шкатулочки. Одна у меня есть, давайте ее поставим. Не знаю, правда, что это даст. Ничего это не дает. Так. Так, а тут что написано? Я не знаю, что тут. Ладно, оставим ее здесь, все равно она нам не нужна. На так, ну что же, давайте тогда. Я не знаю. Спускайте на том лифте, где все выкладываешь. Сюда. Так, в общем, выкладываем все, что есть. И теперь мы можем сесть в этот, зайти в этот лифт, чтобы не было перегруза. Ладно, в подвал не едет. Поехали на первый этаж тогда. Так, где это мы вообще оказались? Что это? Отель Лейквью. Карта для служащих. Ёлы-палы. Ага, вот где я оказался. Ну что же, побежали по правой стороне. Да что такое, опять не ту кнопку нажал.
Так, это у нас какой-то выход. Тоже заблокирован. Так, сюда зайти можно. Так. Джеймс куда-то смотрит. Музыкальная шкатулка Белоснежка. Все, больше Джеймс здесь ничего не видит. Значит, ничего и нет. Закрыто. Так, погнали по правой стороне. Туалеты заблокированы. Так, сюда нам не нужно. Кассета. Silent Hill. Написано на кассете. И консервный нож. Так, больше здесь я ничего не вижу. Комната закрыта. Так. Да не ломись ты два раза. Одного достаточно. Так, тут у нас что? Афиг дежурств. Патроны для ружья. Отлично. Просто отлично. Окна тут все закрыты. Так, а это что у нас? Нужен какой-то рычаг или что-то подобное. Так, ну а мы спускаемся, получается. Куда? Вот так, если мы на первом были, значит, это подвал. Так, здесь ничего нет. Офигеть. Еще и монстры. Ну вот с такой вот камерой там мне, конечно, нашли ухают. Так, благо аптечки здесь есть. Так, Джеймс, ты куда смотришь? Банка. А у нас есть консервный нож. Лампочка. Так, мы взяли лампочку. Больше здесь ничего нет. Ого. Мы оказались в баре.
Так. Угу, настольная лампа. У нас есть лампочка? И что она показывает? Не пойму я. Ну, показывают на дверь. И чё? Может, ещё чё надо вылить туда? Нет. В общем, ключа у меня всё равно нет. Возвращаемся. Хотя и не очень-то и хочется к этим монстрам. Так, насосная, бойлерная, не проверена. Так, бутылки он не берет. Бойлерная. Ключ какой-то. А вот ключ от бара. И аптечка. Так, больше здесь ничего нельзя сделать, я думаю, может быть, включить, чтобы лифты работали, но нет. Так, меня покоцали, давайте подлечимся немного. Ну, получается, нужно обратно в бар. Так, это вот сюда. Это получается кухня у бара. Растворитель. О, да, растворитель мне пригодится. Так, а чё, лифт-то поедет, нет? Ага, лифт не едет. Так. Похоже, нам накостыляли. Так и есть. Значит, просто поднимаемся наверх. Так, где мы оказались? Первый этаж. Первый этаж.
у нас вестибюль. Так. Взяли мы одну. Еще одну. Белоснежка. Что, не подходит сюда? Значит, сюда. Что за фигня? А, слишком темно, чтобы разглядеть. Он не видит. Слепошарый. Короче, нам надо забрать все наше добро. Что мы оставили. Так, это, по-моему, вот здесь вот. Да. Все. Конечно же, я сохраню здесь. Раз появились монстры. Так, погнали. Так, а где монстры? Не знаю, где монстры, но мне нужно в комнату 202. Чтобы открыть. Открыть тот чемодан. Ну, действительно, смотрите, монстры все исчезли. Они испугались, наверное. То, что я все свое вооружение взял. Так, давайте используем. Найден нами в лифте растворитель. В лифте, как правильно, будет в лифте, наверное. Чё? Ну и какой-то. Ну и, да? Ну и открывайте, бобы. Чё ждёшь? Ну давайте, ну и. Так это L, по-моему. Значит, L надо. Ну, получается. Что за ну? Ноль. Так, еще одна шкатулка. Получается, все шкатулки собраны. Так, погнали тогда их вставлять. Так. Вот сюда. И
и на первый этаж. Так. Русалочка уже стоит. Так, у нас Белоснежка и Золушка. Да, где Золушку попробуем? Не будем включать. Ну и сюда Белоснежку поставим. Может быть, правильно. Что же нож появляться? Дает он мне. Смотрите-ка, неправильно. Так, давайте тогда сюда попробуем. Белоснежку, да. Сюда Золушку. Я, конечно, может быть, русалочку неправильно поставил. Да. Так, ну что же, давайте тогда русалочку посередине. Так, слева у нас Белоснежку тогда. Тут уже метод тыка. Сюда, сюда Золушку. Неверно. Забираем. Так, пробуем тогда сюда Золушку. Так, или я только что это пробовал? Блин, что-то я задумался не о том вообще. Белоснежка, Золушка. Давайте сюда Золушку сейчас. Опять Золушку. Наверное, неправильная. Белоснежка. Сюда Золушку. Нифига не работает. Как обычно, самый последний вариант окажется правильным. Так. Русалочку мы тогда ставим сюда. Ведь она у нас еще не стояла.
сюда поставим? Золушку? А сюда Белоснежку. Что за ерунда? Так, ну тогда сюда Белоснежку поставим. Наконец-то. Я же говорю. Самый последний вариант окажется правильным. Так, а тут что у нас? Старинная музыкальная шкатулка. Старинная музыкальная шкатулка. Ключ от лестницы отеля. Так. Какой это лестница? Давайте взглянем карту. А, все, понял. Это... от лестницы на третий этаж. То есть идем вот сюда. Здесь вот у нас лестница. С первого на второй. Сейчас я перейду. Так, это у нас второй этаж. И на третий этаж у нас была лестница. Там решетка была. Вот. Все. Теперь третий этаж доступен. Так, давайте прошвырнемся. Ага, прошвырнулись. Так, ну-ка, прямо. Так, тоже не могу. Понятно. Одна единственная комната здесь открывается. Это вот комната, где отдыхали Джеймс и Мэри. Так, тут что? Закрыто. За окном едет поезд, небольшой. Так, видак. Кассета у нас есть. Можно использовать. Нужно использовать. Вообще, что у меня есть такое? Ага, у нас есть только письмо, кассета и нож.
Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Please promise you'll take me again, James. Mary. Вот ты где, Джеймс. Ты взял письмо? Ты нашел Мэри? Если нет, то пошли. Ладно? Лаура. Мэри умерла. Она мертва. Ложь! Это ложь! Нет, это правда. Она умерла от болезни. Я убил ее. Мне жаль. Мэри, которую ты знала, не здесь. Пожалуйста, иди ко мне. Ты меня ненавидишь?
поэтому этот голос. Пожалуйста, скорее. Ты заблудился? Я рядом. Я жду рядом, Джеймс. Пожалуйста, я хочу тебя увидеть. Джеймс, ты меня слышишь? Джеймс, пожалуйста, Джеймс. 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 А куда идти-то? Джеймс, Джеймс. Скажи, куда идти, я пойду. Шкаф шуми. Так. Что это у нас за сюрпризы? Ага. Это уже отель Lakeview альтернативный. Фонарик. Включено, а чё он не светит? Совсем не светит, смотрите. Только две комнаты. Наблюдательная и 313, куда можно пойти. Это вообще сохранение. Понял. Так, ага, вот лестница. Второй этаж. Туалеты. Все заколочены. Давайте здесь походим. Все забито. Тут ничего нет. Так, это у нас библиотека. Мэри умирает? Вы, наверное, шутите? Мне очень жаль. Но вы же врач. Лечить людей ваш долг. Как вы можете просто дать ей умереть? Пожалуйста, успокойтесь. Я, как врач, обещаю сделать все, что в моих силах. Но для ее случая нет эффективного средства лечения. Сколько времени у нее есть? Боюсь, я не уверен. 3 года по большей части. Может, 6 месяцев. Невозможно сказать с полной уверенностью. Это, видимо, был разговор из прошлого с доктором. Ну что делала кровать? Парящая. Не, ну фонарик-то у меня явно не включен. Хотя написано, что включен. Странно все это.
Так, давайте посмотрим карту, куда мы можем пойти. То есть я могу сюда пойти? Смотрите, могу. Не понял. Вот это да. Так, а сейчас я где? Обалдеть! Вот это да. Так, пойдемте тогда в последнюю комнату, 201. Так, она заколочена. Что у нас тут еще? А ну, в принципе, все, только 204. Обалдеть, вот это психоделик. Так, 202. Так, 216-я не открыта. И 212-я. Тут даже номера не видно. Да, вот она и есть. Так. Ну, это последняя дверь. В общем, нам получается, надо уже на другой этаж. Ну что же, дорогие друзья, с этим психоделиком мы будем разбирать уже в следующей части. С вами был Time Games. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем до следующей серии, всем пока-пока!